многие говорят о том, что вас связывают романтические отношения. Я думаю, об отношениях всегда должен быть говорить мужчина, правильно? Так, понятно. Итак, у нас на связи. Мы дозвонились Алексею. Леш, привет. Привет, ребята. Привет. LX24 на связи, друзья. Где? Да, вот так. Она сказала, что пусть об отношениях говорит мужчина. Я вам ничего не скажу. Сейчас мне нужно ответить на этот каверзный вопрос. Да? Это жизненный вопрос, Леш. Вы знаете, всегда есть место романтики. И в данный случай не исключение. Далеко не исключение. Романтика... Да, это наше все. Мари, привет. Эй, бэй, you make my day. Эй, бой. О, боже, мы сейчас должны встать и уйти, просто оставить их наедине. Леш, спасибо еще раз. Счастливо, мы тебя очень ждем. Приезжай, пожалуйста, к нам в гости, будем очень рады.